Дорогі друзі, доброго дня, дорогі друзі. Знов відкрила двері Академія натхнення яскравої України. Вітаємо всіх, дякуємо. Бачимо, що до нас доєднуються наші постійні учасники. Є і ті новачки, які вперше вирішили ознайомитися з новим форматом, що робить яскрава країна під час карантину. Нагадую, що ми створили Академію натхнення заради того, щоб цей період, цей карантин, цей час використати для саморозвитку, самовдосконалення, для того, щоб розібратися і далі, по закінченню карантину, який ми вже сподіваємося зовсім скоро, іти з новою енергією, з новим натхненням працювати з дітьми. І сьогодні нашим гостям, нашим спікерам, який хоче поділитися з нами думками про оцінювання, про взагалі суддійські якісь секрети під час роботи в журі, є хореограф, постановник, людина, яка має дуже і дуже багато там регалій, тобто це і довгий час хореограф, і директор Тодес в Україні. Довгий час Андрес працював в різних медійних проєктах, службовий роман, голос країни. Ну, а зараз він не тільки суддя національної категорії Hip Hop International, президент благодійного фонду «Папа Андрес», а ще і засновник своєї танцювальної школи «Папа Денс». Андрес, я тебя приветствую, я очень рада тебя видеть. Большое спасибо, что ты нашел время сегодня пообщаться с нами в нашей Академии Вдохновения. Здравствуйте, дорогие руководители. Конечно, я не знаю, кто тут, ну, что понимаю, что Ольга рулит. Хотелось бы, конечно, увидеть ваши лица и поздороваться с вами, увидеть ваши глаза. Если у вас есть возможность, включите свои камеры, потому что, получается, я с вашими именами общаюсь и... Я буду приятно удивлен увидеть вас. Здрасте. Здрасте, здрасте. Доброго дня. Здрасте, можно улыбаться. Можно улыбаться, привет. Да, все здесь, девочки, потому что так получается, как бы мы вроде в Фейсбуке все друзья, да? А тут как дело до дела, тут мы уже такие, типа. Но я хотел просто вас увидеть, чтобы понять, да, с кем я буду говорить сегодня. О чем, ну, вот всех вещах, которых мы сами с вами всегда оказываемся, я часто это повторяю, мы всегда с вами оказываемся в этой ситуации сами, когда начинаем, когда вас приглашают, нас приглашают в жюри, и вот мы оказываемся на месте члена жюри, у нас всегда какой-то возникает вопрос, и который, то есть, когда мы пешеходы, мы ненавидим автомобилистов, когда мы автомобилисты, мы ненавидим пешеходов, но вместе автомобилисты и пешеходы ненавидят велосипедистов, да? Так же примерно и у нас. Андрес, вот как раз первый вопрос, с которого хотелось начать. Мы знаем, и что очень активный фестивальный такой был, активное фестивальное пространство, активное фестивальное движение было до карантина. Сейчас оно перешло в режим онлайн. Тебя очень часто приглашают быть в жюри, в работе, работать в жюри разных фестивалей и проектов, конкурсов. Скажи, пожалуйста, вот что для тебя является критерием? Принимать чье-то предложение или отклонять его? Иначе говоря, в каких конкурсных фестивальных проектах ты соглашаешься работать? Смотрите, это все, значит, началось это все методом проб и ошибок, естественно. Еще началось это все в далеком 2007 году, когда я переехал в Киев, меня начали приглашать еще тогда, как бы, как представителя Тодеса, важная величина. И тогда, конечно, ты, ну, знакомых у меня никого не было, я только переехал в Киев, поэтому я принимал предложения, и уже по качеству организации фестиваля я понимал уже, к кому я в следующем году приеду, к кому не поеду, начал знакомиться с членами жюри, которые начали рекомендовать, мы обменялись контактами. Естественно, я уже в следующий раз уже интересовался, а как вы относитесь к этому фестивалю или к этому, кто порекомендовал и что такое. Но как бы основные,
основные принципы любого фестиваля, ну, принимая предложение любого фестиваля или там ошибаясь, принимая предложение какого-нибудь фестиваля, это, конечно, всегда важность, это уровень организации, начиная от приезда, расселения, проживания, питания, выхода на сцену, отношения к членам жюри. Не бесспорно, конечно, гонорар и количество участников, да, тогда ты понимаешь масштабность фестиваля и, ну, как бы, кто является организатором этого, там, такого мероприятия, и ты уже начинаешь потихонечку приобретать какие-то навыки, чтобы, ну, уже, скажем, например, я вам так скажу, что в этом, ну, уже вот в этом, к этому времени, вот сейчас вот, у меня, например, осталось 3 или 4 фестиваля, в которых я принимаю участие. Вы можете, если уже неудобно, можете выключать. Я на вас посмотрел, как бы, и мне было приятно. Андрес, ну, нам очень приятно, и надеюсь, что мы в дальнейшем будем сотрудничать, что Яскрава Краина ходит вот эту там тройку-четверку фестивалей, да, когда ты приезжаешь к нам работать, если находишь окошко в своем очень таком напряженном творческом графике. И давай тогда перейдем к обсуждению, в общем-то, той темы, которую мы анонсировали. Да. Вот, ты начинаешь работать на фестивале, ты начинаешь оценивать коллективы. Чем ты руководствуешься, какие критерии оценивания для тебя важны, и что бы ты посоветовал руководителям, которые приезжают и на твой суд, и на суд твоих коллег выносят свои работы? Ну, я бы хотел бы сразу провести такой небольшой тренинг, такой мастер-класс, это тренинг больше, чем... То есть, прежде чем ответить на этот вопрос, поступлю, как многие жители из там, Одессы, да, я отвечу вопросом на вопрос. Давайте мы определимся для себя в нескольких вопросах. Зачем мы идем на конкурс? То есть, обязательно нужно взять, просто, я понимаю, сейчас, может быть, кто-то это не сделает, но, может быть, кто-то это сделает. Взять, написать на бумажке, зачем мы идем на конкурс, и подписать туда, можно дополнять ответы. Какую цель мы преследуем в этом, да? Радуемся ли мы за другой коллектив, который у нас побеждает в этом фестивале? Соглашаемся ли мы с мнением жюри? Если оно, скажем так, именитое. И самый главный вопрос, когда мы выбираем конкурс, и мы готовимся на конкурс, мы должны себе ответить на вопрос. Мы идем соревноваться, побеждать, то есть воевать, побеждать, да, на этом конкурсе, что неотъемлемой частью фестиваля идет конкурса. Либо мы созидаем, то есть мы с вами обмениваемся опытом, знаем все свои недочеты, готовим детей к общению, познаем новое, берем мастер-классы, участвуем во всех мероприятиях. Ну и, конечно, соответственно, объективно относимся к оценке жюри. Так вот, самый первый момент, еще какой, прежде вот момент ответа, скажу, что вспомните себя, когда вы оказываетесь на месте члена жюри. Насколько вы объективно оцениваете тот или иной коллектив? Я думаю, что все скажут, что мы уже давно далеко не маленькие люди, чтобы хитрить, там... занижать или завышать оценки, потому что после этого фестиваля именно моя, твоя подпись будет стоять на этом дипломе. То есть получается, что подписывая этот диплом, мы ставим свое имя, оставляем на этом дипломе, что я посчитал нужным поставить вот такую оценку. Вот это, кстати, важный момент тоже в выборе конкурсов. Да? Есть фестивали, есть конкурсы, где из 25 коллективов в одной номинации 22 первых места или там 15 первых, 13 вторых и, ну и как бы третьих нету. Потому что это наши любимые, они к нам всегда приезжают и они заплатили за участие, теперь вот, значит, им мы ставим оценочку.
И вот здесь, как бы, начиная оценивание, мы там задаем себе вопросами. Первый самый момент, на который я, ну, там, обращаю внимание, когда я вижу какой-то коллектив на сцене или какой-то номер. Это, конечно же, ребята дорогие, это, конечно же, подбор репертуара. Подбор репертуара, видите, я готовился, у меня все записано. Подбор репертуара, который мы выбираем на конкурс. Номер ли это специально, который вы готовили на конкурс, или это номер, который у нас есть в программе, и мы его выставили, потому что надо срочно выехать на конкурс, родители возмущаются, надо что-то делать, дети потухли, надо их куда-то повезти. Не без, конечно же, давайте говорить откровенно, и понятное дело, что у нас есть какая-то возможность в этот момент, ну, там, немного заработать. Либо мы специально готовим к фестивальному конкурсу, да, то есть, да, есть у нас программа коллектива номера, есть у нас номера тематические, подготовленные там для каких-то специальных выступлений, ну и из этого мы выбираем и везем. Либо мы целенаправленно, знаете, как вот сейчас, вот, особенно в этих хип-хоп-тусовках, нам они целенаправленно готовятся, потому что там правила, по этим правилам нужно подбирать хореографию, фонограммы, перестроение. Либо мы целенаправленно готовимся к конкурсу. Следующий момент, как бы критерий, какой идет по оценке, по моей оценке. Да, то есть я посмотрел уже на номер, вышли, и такой себе думаю, ага, ну понятно. Значит, это какой-то номерок, типа из общей программы, скорее всего, так и получается на обсуждение. Важную часть, составляющую оценки, моей оценки, не в зависимости, не имеет значения сейчас, современный танец, эстрадный танец, народный танец, хип-хоп. Тут всегда есть две части – техника и перформанс. Так вот, если мы возьмем, например, по технике, то мы прекрасно понимаем, что сюда относится. Устойчивость на ногах, насколько устойчиво ребенок стоит на ногах. Не тот ребенок, который стоит в первой линии, а тот ребенок, который стоит в третьей линии. Да, законченность движений, насколько движения закончены, они разбросаны и имеют люфты между перемещением, частота номера, синхронность, владение техникой, какая бы это ни была, классическая. То есть, ну, как вы думаете, раньше мне говорили, мы выступаем в ботинках высоких военных, и не видно натянутый носочек. Ну, поверьте, вы же сами прекрасно знаете, что носочек натянутый видно даже в ботинках, потому что носочек натягивается же не от того, что поднимаешь носок, а он идет от бедра. Поэтому владение техникой той или иной, да, например, если я чувствую, что я сижу в жюри, рядом со мной, ну, там удивительные люди народного творчества сидят, поэтому как бы я могу там, понятное дело, где-то по народной технике, может быть, завысить, но дотянутость движений, плие, пассе, колени, стопы, вращения, прыжки — это настолько все везде одинаково, поэтому тут как бы не надо думать, что это, ну, что я не разбираюсь в этой технике, я профан, там, если, да, с учетом вот этих 13 лет, которые я уже как бы сужу, уже ж вроде ты уже даже и вокальные номера можно, уже и вокал можно судить. Что иногда и порой приходится. Так вот, это техническая часть. Да, мы там, ну, там, качество перестроений. Ну, то есть, как бы, это техническая часть. Минимально мы ее возьмем, да. И существует еще такая креативная перформанс, это представление. Куда входят такие критерии, на мой взгляд, которые, это в первую очередь, креативность. Что это значит, что значит креативность, что я подразумеваю под словом креативность? Музыкальность, то есть использование разнообразия музыкальных битов в композиции, использование не однообразное, там, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, или там, раз, и два, и три, и четыре, да, а как вот льется музыка, разнообразие инструментов, она имеет разнообразие вокала,
То есть такую гармонию, использование вот этой вот музыкальности, это как бы важный фактор в моем оценивании, да, то есть когда у тебя танец льется как песня, то есть он виден как песня, то есть переливается не только и перемещение, не только так, что, знаете, как бывает, выключи, поменяй другую музыку, поставь другую музыку и проверяйте так. Вы ставите другую фонограмму, и вы видите, что она совершенно одинаково выглядит, да, или звучит совершенно по-другому. Второй фактор креативности – это уникальность движений. Уникальность движений, то есть есть у нас привычные солнышко, да, но есть же и непривычные, которые мы можем с вами воспользоваться, да. Порой вот даже Оля Лобовкина говорит, мы когда с ней часто тоже бываем в жюри, и мне очень часто интересно ее мнение, как и в принципе мнение любого члена жюри, мне всегда очень важно, интересно, я записываю за каждым. То есть попробуйте поставить под одну музыку, да, которая вас прет и нравится, а потом переставить под ту, под которую вы выбрали в хоре, поставить номер. И поменяв акценты, она будет ложиться и будет, во-первых, вас вдохновлять, это же хореография, во-вторых, это будет совершенно выглядеть по-другому. Потом, подбор фонограммы. Подбор фонограммы, здесь очень важный момент, когда мы подбор фонограммы именно касаемо... конечно же, уже все много раз слышали, это касается и возрастного соответствия, ну и дальше. Украинская это композиция, англоязычная, франко- и немецкая, и там иностранная эта композиция. Всегда стоит внимание обращать вот такой постановке на текст. Что, какой текст идет внутри этой композиции? Соответствует ли этот текст вашей идее и текст этой песни? Нету ли в наличии этого текста матерных слов или, как это, если это иностранное, либо чего-то связанного, сразу прямо говорю, там, с жопой и всеми остальными делами, которые касаются ниже пояса. То есть это важно тоже наблюдать, отслеживать это, потому что сейчас, к сожалению, качество современной музыки и современных песен очень-очень-очень скупо, бледно, вообще бедное. Потому что ну, у нас никакой нету, скажем так, нету цензуры, чтобы можно было как бы отбивать. И даже дети наши, понимаете, видите, как наши дети очень любят Настю Каменских, хотя в данном случае Света Тарабарова звучит намного ярче и живее и добрее для людей. Ну, четвертый фактор, конечно же, в креативности, это, конечно, идея постановки, идея композиции. Насколько, как она рождается? Давайте просто порассуждаем, как рождается идея композиции. Либо я что-то увидел, и у меня что-то это вдохновило, либо я услышал музыку, и она меня вдохновила, да, и тогда у меня зарождается идея номера. Идея номера, и вот тут же вот тот важный момент, это тоже очень мне, скажем так, тоже меня поднаучил очень там известный один хореограф, сейчас не вспомню его фамилию, он Ну, в общем, название номера мы подбираем, либо когда уже мы поставили номер, как же нам назвать этот номер? А давайте назовем его, песня называется, например, «Солнце». А давайте назовем его «Солнце». Ну, чаще всего это называют названиями композиции номера. И вот как бы, соответственно, и получается, да. «Монатик», например, да, там название хорошее номера тоже. Или там «Хип-хоп», или там, да, какие-то, ну, вот я вам банальные вещи говорю. Если чуть более-менее французская музыка, то это у нас либо французский номер, либо это у нас романтика. Ну, в общем, ну, то вы понимаете, о чем я говорю, о каких вещах я говорю. Поэтому, как бы, вот название номера, идея композиции, она вот, это очень важно. Она долго может просто не ложиться в голову. И я своих там педагогов, которые у меня работают, я их постоянно, даже до начала постановки, пока мы еще не начинаем делать, они мне
ставят фонограмму, рассказывают идею. Я говорю, как называется номер, как называется. И мы вот это вот сидим вместе, целый брейншторм, целый такой мозговой штурм. Мы, значит, придумываем название, чтобы это соответствовало и группе, и исполнителям, ну и, в общем, наполнению. Это только один фактор — креативность. Вот и как бы давайте чуть глубже проговорим про музыкальность, потому что что такое эта музыка, она получается как такое, ну, если вот взять любую музыку, любую композицию, она как вот эта ткань с узорами, да, разнообразие узоров. И очень важно, вот тут мы под музыкальностью еще подходим к синхронности, да, где важно тоже понимать, что музыка — это очень точная наука. Ну, вообще сама по себе она очень, ну, требовательна, да, к музыке, поэтому, ну, к точности. Поэтому вот тебе, пожалуйста, сразу ответ на вопрос о синхронности. Да, если музыка у нас ритм точечный, да, мы его четко слышим, соответственно, и синхронность должна быть такая. Но все это вот как бы, да, там, ну, ты, соответственно, уровень подготовки, музыка получается в данном случае как такой некий метроном. Ну и там, знаете, как по технике, если брать, это уровень владения базой, базовыми элементами. То есть все прекрасно знаете, везде у нас есть методики очень сильные, это классического, там, народного танца, да, эстрадного танца, да, есть особенно эстрадно-спортивные, те, кто участвует в больших соревнованиях, поэтому там как бы с техникой, уже налажены отношения давным-давно. Вот с современным танцем там сложнее, да, там именно с современным, как в виде contemporary, там сложнее. Там люди, они как бы, многие артисты современного жанра вообще себя считают вне нашей планеты, как бы мы тут, получается, они там где-то высоко, а мы где-то тут пониже немножко. Поэтому... Андрес, мы договаривались, что ты разрешишь мне немножко тебя перебивать, да? Да. Я просто мог бы... И, во-первых, я хочу тебя попросить смотреть в камеру, потому что ты все время, видно, свое вдохновение где-то в окне ищешь. Мы же профиль твой изучили исключительно. Скажи, вот понятно, что такие технические вещи, как музыкальность, идея номера, синхронность, техника исполнения, это достаточно, ну, скажем, общеизвестные факты. Я думаю, что там понятно, что многие руководители хотят к этому стремиться. Как уже у них это получается, это второй вопрос. А вот как бы важно твое мнение, что еще влияет на решение жюри, что формирует репутацию, творческую репутацию коллектива в твоих глазах, в глазах твоих коллег, кроме, собственно, выступления на сцене? Ну вот это как раз к тому, что я и говорил, тот вопрос, готовимся ли мы к соревнованию, к битве, да, и как мы относимся к мнению жюри. То есть если я изначально, вот ты же говорила мне, например, что мы тоже участвуем в фестивалях, да, мы участвуем в конкурсах. И я как руководитель прекрасно понимаю, что у меня есть группы, которые я выставляю на конкурс только для того, чтобы они попробовали первый раз сцену, чтобы они вышли на сцену, встали, попробовали с перепуганными глазами, подровняли, приобрели этот сценический опыт. Ну и порой, конечно, я тоже вижу, даже глядя на то, как работают мои дети, я понимаю, что в данном контексте не только я так поступил, но и мои партнеры, кто выступает в этой же номинации. И по результатам оценок я понимаю, что, ну, реально в жюри сидят неподготовленные, необразованные судьи. Потому что деление вот такого качественного судейства, чтобы разделять музыкальность, разделять креативность, разделять костюмы, там, образы внешние, да. И, конечно, дети подбегают, и родители особенно. Это наши, да, мастера судейства, это, конечно, родители, они вообще мастера постановок и мастера судейства, они всегда знают, что вам подсказать, как ставить номера, кого, в какого ребенка, в какой ряд поставить. И, слава богу, есть такие, которые тупо преданы,
которые очень преданы коллективу, очень преданы педагогу, и тогда с ними легче работать, и тогда и коллектив, сама группа это растет очень активно, когда родители такого уровня. Но в основном, чаще всего из-за того, что, скажем, давайте обратим внимание, такой момент, это Света Лань мне когда-то намекнула на этот момент, и я оценил его. Вы знаете, что действительно родители, на чье детство и на чью юность выпали 90-е года, в принципе, оказались без вот этого даже после внешкольного воспитания. Но спорт еще, слава богу, был, а вот кружки и танцевальные коллективы категорично уменьшилось количество. Поэтому у родителей, у многих просто даже своего этого воспитания нету. Они не проходили, поэтому они не знают, что вы прививаете. То есть они уже не воспитаны сами изначально с детства. И поэтому вот как бы и даже некоторые руководители видно, что не воспитаны, да, то есть амбициозные, мы все амбициозные, что тут говорить. Поэтому, когда мы едем куда-то на коллектив, куда-то на выступление, первая задача, которую я провожу диалог со своими детьми, это имидж школы. Какой у меня имидж у моей школы? Что, как ведут себя дети в поезде, там, в транспорте, как ведут себя дети в социуме, на обеде, за кулисами. То есть это все такая, можно, конечно, сказать, что это культура сцены, да? Ну, скажем так, это больше, наверное, имидж школы и воспитание наше воспитание наших детей. Это корпоративная культура коллектива, которая... Да, корпоративная культура коллектива. Как мы воспитываем детей, чтобы вот увидели, как да, это, да, я знаю. Тут давно, видишь, говорю, в народных коллективах, да, где вот передается из поколения в поколение, да, и дети растут и передают традиции, это хорошо. Но у нас чаще всего, и да, как бы у всех такая проблема, у нас чаще всего существуют дети, то есть дети уходят, и мы, они не передают эту, традиции эти. Нам приходится заново каждого учить, заново каждому рассказывать, каждый вот как ложку держать в руках, то есть практически таким образом. А когда дети видят старших, и они видят, как они себя ведут, как они помогают детям, они помогают, мальчики помогают девочкам, такие простые вещи, естественные, да, и тогда всегда приятно смотреть на такой коллектив. Конечно, субъективно они уже получают плюс, такие коллективы, естественно, получают плюс, потому что эти коллективы точно знают, зачем они приехали на фестиваль. Они не будут хамить, они не будут мешать, они точно знают, где они стоят за кулисами. То есть наши простые вещи, о которых мы каждый раз говорим, выход из левой кулисы, уход в правую кулису, а мы все равно на сцене побежали в обратную сторону, это повторяется постоянно, это говорит о том. Вы же знаете прекрасно, что вы сами сидите в жюри, вы знаете, что даже по тому, как дети выходят на сцену, уже складывается впечатление, уже есть у тебя оценка, и ты уже, в принципе, шутка такая, хочется сказать, а все понятно, можете выходить, идти дальше вот туда за кулисы. То есть тут как бы не потому, что дети плохие. Тут все ясно, что не воспитывают. То есть мы можем резюмировать, что вот из таких мелочей действительно складывается общая картина, и она всегда влияет и на результат. Я тоже себе позволю... Я бы так сказал, что это такой, не та оценка, которая прям оценка, но дополнительный фактор влияния есть. В этом плане, да, там позитивный момент в этом есть. Да, у каждого коллектива существует такой позитивный момент, чтобы мы могли, скажем, это дело... Да. Благословнее отнестись. Да, я могу добавить такую маленькую реплику от себя, как от директора, перед глазами которой уже за 12 лет тоже прошли тысячи коллективов, и ты можешь это подтвердить, что я никогда, это моя принципиальная позиция, не влияю на мнение жюри, на мнение хореографов, у меня совсем другие задачи, правильно, как у организации. Да, это безусловно. Но, тем не менее, я тоже вижу всегда, что если коллектив на самых первых этапах даже уже подачи заявки на фестиваль проявляет себя организованным, пунктуальным, вовремя выполняет все те требования, а приехав на фестиваль, показывает еще тоже и высокую дисциплину, и высокую культуру общения руководителя с детьми, руководителя с жюри, руководителя с организаторами,
это, как правило, всегда потом выливается и в хорошие или высокие, высочайшие оценки его творческой работы. То есть это взаимосвязанные вещи. Никогда не бывает так, что, как мы говорим, коллективы-потеряшки, которые там забывают вообще, куда они приехали, где они выступают, никогда не показывают хороших творческих результатов. Поэтому я думаю, что об этом... Спасибо. Ну, тут опять же, вот, да вот смотрите, тут вот, и раз вот мы все здесь с вами, мы все здесь с вами есть. Ну, вот смотрите, вот мы друг друга там знаем. Да. Ну, неужто мы будем приезжать с вами на фестиваль, и мы будем стоять и спиной развернувшись друг к другу? Разве мы ничего не объективно, ну, понятно, что субъективно, разве мы не оцениваем уровень подготовки своих детей? Разве мы не понимаем, насколько подготовлены? Разве мы не знаем, что у нас не приехало 5 сильных человек, а приехали те, кто смогли? Мы все это прекрасно знаем. Мы все это прекрасно знаем. Но почему-то наше самолюбие, мы зацепляемся за наше самолюбие, что нас недооценили. И вот в этот момент вот мы еще не договорили о том, что, а как объяснить, вот, как объяснить детям и как объяснить родителям. Самое, ну, там, я использую разные практики. Понятно, ясен день, что мы используем и в том числе, значит, недостаточно уверенно выступили, значит, недостаточно уверенно показали судьям себя. Мнение судей, понятное дело, не обсуждается, и никто в этом не виноват. Такое мнение судей, они так решили. То есть я могу сказать, да, от себя могу сказать, там, подбодрить, сказать, да, на мой взгляд, вы выступили на 8, там, а не на 7, да, или там, на мой взгляд, вы выступили не на 10, а на 7, да, то есть я четко понимаю, я знаю, насколько, в каком уровне мои дети там выступают, поэтому вы сами все это прекрасно знаете и подбодрить, к этому нужно готовить до конкурса, то есть до выступления. Есть один очень такой момент деликатный, ты немножко начал о нем говорить, момент финансовый, момент нашей конкурентной ситуации на рынке, и вот ты представляешь сугубо коммерческую школу, да, кто-то, кто занимается в коллективах там муниципального, там государственного, да, учения, у тех может быть попроще, хотя там есть свое давление, ты должен привозить только первые места. И я, например, как человек, который тоже четко отслеживает тенденции на фестивальном пространстве, я вижу, что иногда коллектив принимает решение ехать или не ехать на тот или иной конкурс, тогда, когда вот он четко понимает, что полученное место будет удовлетворять всех родителей, которые там... У меня был реально там вопиющий случай не на хореографическом, а на цирковом фестивале, когда коллектив занимает второе место, а они ожидали первого места. И родители устраивают просто там обструкцию руководителю, вплоть до того, что там не забирают его в проплаченный родителями автобус, уезжают сами, как бы вот такой демарш, чем вы занимаетесь с нашими детьми, если они не получили второго места. Я помню, что это реально был такой шок, и многие руководители иногда сейчас решают, что лучше я поеду и гарантированно получу первое место, и родители скажут, какие мы молодцы, и будут дальше приводить к нам детей и друзей и так далее. Но для нас, и мы тоже знаем, что существует такая категория, да, бабушкам нравится, это вот немножко из этой серии. Вот как ты посоветуешь себя вести, и как человек, который ведет, ну, бизнес в креативной индустрии, и как человек, который ратует, и очень искренне, я это знаю на протяжении многих лет, и за это тебя безмерно уважаю, что творчество, качество и уровень не должны страдать ни при каких условиях. Вот, ну, мне кажется, что мы тут... Вот этот момент боязни потерять клиента, боязнь потерять ученика, да, она как бы мнительна, и это действительно болезнь, потому что только ты, руководитель, создаешь атмосферу в своем коллективе. Это твои правила. Эти правила создаешь ты. И внутри этих правил желательно, конечно, вообще, чтобы они были написаны на бумаге. Чтобы новый каждый родитель или родитель, который каждый есть, чтобы он это с этим ознакомился и подписал. Потому что в противном случае будет постоянный вот этот, ну, мы не имеем права угождать там, правильно я говорю? Правильно? Да, да. Не имеем права угождать родителям, потому что родители чаще всего вообще не осознают,
зачем они приводят детей на танцы? Вот это один из тоже вопросов. Зачем вы привели ребенка на танцы? Какой вы преследуете цель за этим? И вот тут уже как бы родители там дают разные ответы. Ну, просто танцевать, ну, побеждать. Но если мы знаем, что побеждать, и это же огромный труд. Это огромный труд в зале. Одна мотивация у многих родителей – это элемент престижа. Моего ребенка учат танцевать Андрес Каппинш. А что он там делает? Итак, то есть я пойду попью кофе и посижу в дорогом торговом центре Киева, да, и расскажу подружкам, какой у меня есть еще один, как бы одна галочка в моем списке статуса. Это тоже есть. Если этот человек у вас гармонирует с вами, этот родитель с вами гармонирует, потому что дети же не виноваты, я это всегда говорю, дети не виноваты, потому что у них такие родители. Мы были не виноваты, что у нас такие, да? Если у меня создаются гармоничные отношения, взаимоотношения с родителем, я же говорю, прежде всего, это самый первый момент. У меня есть группа, которая, ну, мы еще, кстати, ни разу не приезжали на Искраву, потому что постоянно у нас пересекаются соревнования, у нас там большие соревнования по хип-хопу, прям серьезные, вот именно с таким судейством доскональным, где баллы прям, да, там 63,1. И вот смотрите, да, какое судейство, да, 10 человек судей, ну 8, да, 8 человек судей. Один поставил самую высокую по перформансу, другой поставил самую высокую по скиллам. Их убирают, и те, которые поставили самые низкие, тоже убирают. Вот эти две складываются, и получается объективная оценка. Вот вам, пожалуйста, такое судейство, да? И вот у меня эти дети растут с 5 лет. С 5 лет — это группа, в которой там занимается мой сын. Как бы у многих родителей могут возникнуть вопросы. Конечно, это же Андриса сын, он и в центре стоит, потому что он Андриса сын. Множество раз слышали, особенно у кого дети ну, занимаются. И вот они у меня растут с 5 лет. И когда мы впервые выступили на фестивале таком, например, ну, не квитуча краина там, да, там не какая-то песнями там и танцами, да, там Art Alan Fest, извиняюсь, не хочу никого там, ну, в общем, неважно. И мы, у нас первые наши 2 года выступления у нас были 5-е, 6-е, там дальше еще 4-е, прежде чем мы в детской номинации получили 2-е место среди 16 команд чемпионата Украины отборочного, Кубка мира отборочного чемпионата Украины. Получили 2-е место. Первый раз. И весь год у нас были 1-е места с этой, значит, с этой композицией, с этой постановкой. И вот и до сих пор эти родители со мной. И вот до сих пор они занимаются онлайн, эти дети. Я всех родителей знаю. И я знаю каждого ребенка. И ни один из родителей ни разу мне не задал вопрос, а почему мы не заняли 2-е место? А почему мы заняли 3-е место? А что у нас не так? Хотя я знаю прекрасно, что у меня есть проблемы порой с постановщиками, да, девочки-хореографы, потому что, вот, опять же, есть моменты какие, я же смотрю вперед. Она растет, я ей даю возможность расти, я ей даю ставить ее хореографию. Конечно, я некоторые моменты корректирую, но я не вмешиваюсь в этот процесс. Она ставит, и мы получаем такие оценки. Потом уже после, уже ей же проще объяснить, когда она уже получила это. Поэтому эти дети всегда со мной. У нас отменились 2 поездки, вот и Оля знает, у нас Париж намечался на апрель месяц, и вот у нас отмечался вот как раз чемпионат мира в Риме. И это все отменилось. И вот до сих пор у меня вот ни один родитель не подошел. Ну, 2 подошло из 30 человек, кому вернул я деньги. Ну, как они подошли? Никто не задает вопрос, а когда вернете нам деньги? Хотя все практически сдали полные суммы. То есть это воспитание родителей, это тоже важный момент. Мы же воспитываем и родителей в том числе. Мне кажется, и особенно с этой проблемой сейчас мы все столкнемся вот после карантина, когда нам придется преодолевать вот эти процессы мотивации детей, наконец-то их интеграции. Фактически многим придется заново строить принципы работы в коллективах, да. Мне кажется, и я это вот вижу для себя, что, как правильно ты сказал, создание комфортного, гармоничного окружения и вот середовища, да, хорошее украинское слово, вот середовища, в котором тебе комфортно работать, развиваться, творить, а не постоянно преодолевать сопротивление.
Это вот залог успеха, потому что если мы все время начинаем идти по пути каких-то вот действительно поддавков, давайте сейчас так, а зато мы выиграем в этом, то стратегически мы все проиграем. Вот мы выбираем стратегию, никуда не денутся, вернутся, новые появятся, вырастут, будут дети. Но если у нас с родителями, у меня порой было, когда еще я даже в Тодосе работал, у меня было две мамы, которые просто я понимаю, что у нас коммерческая школа, но у меня доходило до того, что я был готов, ну, просто тупо утром сказать, днем сказать, до свидания, вы больше не занимаетесь нашей студией. Но опять же, ребенок не виноват. Понятно. Андрес, такой вопрос. Мы все, и вот я с края Украины, вот в форме такой академии натхнения, в форме встреч, ты как руководитель и очень авторитетный вот в своем таком комьюнити хореографических студий, хип-хоп, коммерческих хореографических студий, мы все придумываем какие-то формы преодоления карантина. Я знаю, что ты инициировал и очень рада, что уже в понедельник ты приглашаешь всю танцевальную Украину включиться к твоему 12-часовому танцевальному марафону. Спасибо, что ты и нас пригласил, и я с удовольствием тебя поддержу. Расскажи пару слов, проанонсируй, чтобы в понедельник действительно там затанцевала вместе с твоей студией вся Украина. Смотрите, да, уважаемые коллеги, Олечка абсолютно права, мы пытаемся что-то, вот как та мышка, помните, которую в молоко кинули, она вот барахтается. И слушайте, уже второй гость в Академии натхнения мне вспоминает про эту мышку. Первый был Паша Ивлюшкин, я сказала, Паша, это была лягушка, но он сказал, что нет, именно мышка, ну ты, твоя версия с мышкой. Но там еще есть история про мышку, но я ее уже не буду рассказывать. Вот смотрите, и вот родилась такая идея. И я смотрю, она приобрела она, во-первых, форму, и она приобрела отклик. Так как сейчас все находятся в состоянии карантина, многие там руководители и авторитетные люди, ну, танцевального мира, украинского, так скажем, больших танцевальных школ украинских, в том числе там из-за границы у меня будет хореограф, подписались под этот проект и поддержали наш проект, он так называется «Краина в танце». Суть этого проекта в том, что в понедельник в 8:30 утра начнется 12-часовой марафон и закончится он 21 час ровно. То есть это даже не 12, а чуть больше. Суть этого марафона в том, чтобы любой желающий, это вообще не имеет, ну, никакой финансовой поддержки, подоплеки, это не имеет никакой мысли. Важная задача нам взбодрить сейчас, приободрить себя, приободрить наших детей, приободрить тех детей, которые вообще перестали танцевать, приободрить этих вот родителей, педагогов, которые остались без работы. И поэтому вот у нас, у меня такая идея родилась сумасшедшая. Вы знаете, когда идея, когда порой импульсное действие важнее, чем четко подготовленная программа, да? И вот этот импульс, я вот прямо его почувствовал, я понимаю, что у меня тут сейчас взрывается голова, я все не успеваю, и, возможно, кто-то мне скажет, надо было подготовиться получше, там, информированность, тра-тра-та-та. Но мы сейчас проведем его первый раз, а дальше мы уже будем его форматировать уже окончательно до приличного вида. Итак, 8:30 утра начинается у нас этот марафон. Начнется он с моей зарядки. Я уже в течение 2 месяцев в этом карантине каждое утро провожу в Инстаграме для своих детей зарядку, ну, для всех, кто желает. Чему очень радуюсь, когда ко мне подключаются какие-нибудь взрослые, какие-нибудь людей, которых я не видел лет 10, там, 5, там, то есть, и мне это самому кайфовее сразу заниматься. И начнем мы с зарядки, а дальше у нас начнутся общения. То есть у нас будут мастер-классы, у нас будут лекции, у нас будут мастер-классы, лекции. Все будет в таком формате. Мы будем говорить о классическом современном танце, мы будем говорить об эстрадном танце, мы будем говорить о фестивальном движении соли, мы будем говорить о постановках соло, выходах на сцену, мы будем говорить о профессиях будущего, потому что одним из спикеров будет профессор университета, вернее, доктор наук, кандидат экономических наук Андрей Витренко, он будет, является, значит, там, замректора
университета Шевченко. Он со мной, вот он со мной по утрам занимается, он как бы меня первый в это вдохновил. Мы с ним будем говорить о профессиях будущего. Мы будем танцевать с хореографами из разных городов. Харьков, Днепр, Винница, Львов. То есть я подтянул на... Таллин — это вишенка. Таллин — это вишенка. Таллин — это заключительный класс. Он будет проходить 19:30. Это моя... В прошлом моя воспитанница, когда-то она только пришла заниматься ко мне, занималась у меня. Сейчас это хореограф с мировым именем, она очень известная танцовщица, поэтому многие, как бы, ну, понятное дело, что это современная хореография, ну, очень искренний, добрый тоже человечек, это будет завершение этого марафона. Поэтому я прошу вас, подписывайтесь на наш Инстаграм, все очень просто, у нас есть Инстаграм-канал Ukrainian Dance Marathon, у меня на странице в Инстаграме Папа Дэнс, у Папа Андрес, вы можете это увидеть. Мы сегодня тоже сделаем пост и расширим всю информацию по всем участникам Яскравой Украины. Да, ничего от вас это не требует, не обязательно наблюдать это все дело в течение всего дня, но будет расписание, и внутри этого расписания вы сможете себе выбрать интересные темы и послушать интересных людей, потому что, например, Кристина Шишкарева, у нас с ней всегда получаются очень интересные диалоги, потому что мы с ней разные. Она говорит о классическом танце современном, она порой очень категорична. А я вот такой вот этот вот, знаешь, такой любвеобильный и добрый. И поэтому у нас очень интересный получается всегда диалог. Мы будем с ней говорить о классическом народном танце. Мы будем говорить, ну вот скажем, да, там с Олечкой мы будем говорить об... фестивалях. Максим Маклоков, он представитель известного тоже такого сильного коллектива «Каприз» из Кременчуга. С ним мы будем говорить об эстрадном танце, потому что эстрадный танец сейчас получается в таком формате происходит, что ну как бы никто точно не может дать определение этому, особенно молодое поколение, которое вообще считает, что эстрадный танец — это что-то там с прошлого века, то, что у нас сохранилось из Советского Союза. Поэтому это будет интересный день. Друзья, я хочу добавить, что очень важно, поскольку вот Андрей сказал, что, возможно, мы, переосмыслив, да, опыт, еще раз решимся на такой марафон, да, поэтому будет очень... Конечно. И я уже как бы, я думаю, что да. И смотрите, я предлагаю вам самим, как бы, сейчас стать этими участниками этого марафона. Вообще, эта изначальная идея мне пришла в голову провести это в своей школе абсолютно без какой-то либо поддержки, просто вот для своих детей, просто взбодрить своих детей. Мы так устали все уже, хореографы, педагоги, но вот мы хотели просто, вот, знаете, дурка психануть, вот с утра начать и до вечера вот это вот колбасить. Ну, получилось так, что это происходит теперь на всю Украину. Мало того, нас поддерживает телеканал Интер, он это будет анонсировать, они будут делать сюжет об этом. Нас поддерживают наши инстаграм-звезды типа Саша Педан, Лена Кравец, Вася Верастюк, они как бы все вот за эту тему, они тоже будут нас поддерживать в Инстаграме. Поэтому присоединяйтесь, можете шарить, можете распространять эти новости. У меня на странице брать. Андрес, мне кажется, что когда вот особенно в последнюю неделю, в последние две недели все начали, ну, абсолютно справедливо говорить о том, что креативные индустрии забыты, да, на нас не обратили внимания ни в кабминах, ни в различных там официальных документах. Но вот это один из поводов показать, что, во-первых, мы достойны внимания однозначно, а во-вторых, это один из поводов показать, что не стоит надеяться на то, что тебе там при очередном заседании кабмина разложат по полочкам, что тебе и как делать. Нужно действительно брать это все в свои руки и нужно ответственно. Понятно, что не в смысле протестов каких-то, да, против коронавируса. Ну да, без протестов, конечно. Да, просто ответственно, с любовью, доброжелательно, с вдохновением делать то дело, которое является смыслом своей жизни. И мне кажется, это, ну, как-то должно переломить ситуацию, наполнить ее новым смыслом. Но и также я хочу сказать, что есть надежда, и она крепнет с каждым днем, что все-таки летом мы будем работать в привычном русле, мы будем работать и на наших летних фестивальных площадках. Вот там я очень надеюсь, и всех приглашаю в Железный порт Яскрава Краина.
Болгарию, Summer Best Fest. Возможно, мы еще что-то успеем сделать с Грузией, которая уже официально объявила о том, что она ждет, что она готова. Вот такая вот картинка, она вас сразу направит, если вы увидите, вы сразу поймете. Супер. Андрес, какие... у нас есть традиционный вопрос ко всем гостям и спикерам Академии Вдохновения. Какая мечта и что первое ты хочешь реализовать, когда вот мы поймем, что карантин завершен, и что вот начинается тот долгожданный этап, к которому вот мы все стремимся. Потому что есть опасность, вот мы ждем, что карантин закончится. И вот он закончится, а мы ничего не начали делать, да, мы еще завязли. Мне сложно сказать, что я ничего не начал делать, потому что я неделю назад придумал вот этот вот проект. Я как бы в нем это, тут... Что я хочу? Я хочу прийти наконец-то в студию, я хочу увидеть своих детей в зале, я хочу увидеть эти горящие глаза, довольные, я хочу их обнять, как бы, как и мы все. Это, наверное, такой самый важный. Я хочу, чтобы такой вариант больше не повторялся, хотя сейчас теперь, увидите, как бы у власти больше есть возможности в любом случае такие мероприятия вводить. И вот, кстати, вот касаемо онлайн-конкурсов, да, вот я сейчас тоже вот коснулся вот этой темы онлайн-конкурса, меня пригласили просудить. Да, я вот просидел целый день, там 120 номеров просмотрел, объективно просмотрел, пересматривал даже некоторые номера, но это уже такая, знаете, как вот начинает. А так что-то я не досмотрел, второй день пересматривал еще. Так вот, есть тут такая штука интересная в этих онлайн-конкурсах, они будут иметь свое место, их как бы будет, ну, немного, конечно, лучше желательно это те, кто уже у вас есть. И вот смотрите, вот у нас часто на конкурсах снимают видео. Вот есть команды, которые снимают видео. Инфофестиваль какие-то. Вот есть команды, которые этим занимаются. И вот я вот понял по вот этому фестивалю, что мне ничего не составит труда на одном из фестивалей, где мой коллектив выступил перфектно или отлично, купить эту запись. И когда вот будет участие вот в таких онлайн-фестивалях, которые тоже затратной части никакой не несут в принципе, и никто не танцует. Просто там другие члены жюри и другое мнение. И вот, как бы, когда ты имеешь хорошую картинку, у тебя есть хорошее резюме, да, там, да, портмоне. Портфолио. Портфолио, да, да, да. Когда у тебя есть хорошее портфолио, тебе уже проще вот с этим делом работать. Поэтому, как бы, не задумайтесь об этом, чтобы в дальнейшем, уже когда мы начнем с вами работать, и уже будет у вас такая возможность, не жалейте этих там 200-300 гривен, я не знаю, сколько оно там стоит, это видео. Зато у вас уже будет момент на онлайн-конкурс, который, я думаю, что сейчас все равно, ну, не в большом объеме, но в каком-то объеме они будут иметь место, они будут при нем присутствовать. И желательно, конечно, это конкурс, в которых там, которые и тех фестивальных организаций, которые действительно ну, уже доверяем, мы им доверяем. Просто смотрим как, разных членов жюри. О, а здесь такие сегодня, этого не было, тогда и этого. А ну-ка я кину эту, послушаем его мнение, а что он скажет, а как это, ну, в общем. Андрес, у нас эта тема поднимается в каждой встрече, онлайн-конкурсы, но мы принципиально, я справа Краина, не стала выходить. Хорошо. Да, и мы все время спорим, мне там приятно, что комментарии наших уважаемых, опять же, там, Каприза, да, вот там вчера Лена Петрична, прям спасибо, Леночка, за высокую оценку, что мы как бы не опадались этому ажиотажу. И у меня как бы есть об этом свое мнение. Есть примеры сейчас в Украине тех государственных структур, которые получали финансирование там от районных, областных, городских советов, неважно, да, и они, например, вот как прекрасный в Харькове Квитез Инцерлы, да, вот Ирина Николаевна Кашевет, абсолютно бесплатный конкурс, то есть вы не платите ничего, финансирует город работу вашу жюри, а вы можете присылать, вот у нас сейчас такой же будет в Днепре, Зирки Днепра. Опять же, если ты высылаешь бесплатно свою, как ты правильно сказал, замку, то ты надеешься получить на объективную оценку. Но если, как некоторые там наши коллеги предлагают там по 50, по 100, а некоторые уже по 200 гривен с участника, который там просто промелькнет в фонограмме, я вообще вот этого как бы совершенно не могу понять принципа. И, конечно,
извини, там, не дай бог, это не камень в огород жюри, которые это делают, но если вы понимаете, что включается какой-то финансовый механизм, там, да, детей прислали там куча заявок, поэтому, в общем, не будем развивать эту тему, я просто предлагаю руководителям подходить ко всему ответственно и объективно, если ты хочешь получить какой-то ответственный и объективный результат. Друзья, у нас остается совсем немножко времени, потому что Андрес, повторяю, готовится к очень серьезной всеукраинской и даже международной акции. Андрес, это да. С тобой мы поможем. Мне очень приятно, мы, кстати, не договаривались, а мне очень приятно, что в названии твоего марафона есть и слово «Краина». «Краина», да, тут то «Краина танцует», да. И мы поможем, мы включимся в этот марафон, поддержим его, ценим твое время, знаем, что у тебя очень много, нужно еще успеть подготовиться. Поэтому буквально, друзья, если есть желание, вы в чате можете написать свои вопросы, возможно, реплики, комментарии, которые мы сейчас обсудим и ответим. И я хочу проанонсировать нашу следующую встречу в субботу. Мы будем общаться с замечательной актрисой, с педагогом хореографических, с педагогом театральных студий, с педагогом студенческих академических групп. Это Вероника Тыщук, город Мукачево, актриса Мукачевского драматического театра, автор интересных методик по актерскому образованию. Поэтому всем, кому будут важны вопросы, связанные с актерским мастерством, с воспитанием актера, потому что тема нашей беседы, она звучит как бы таким риторическим вопросом, актерами рождаются или актерами становятся, вот становление актерского мастерства, как это происходит, кому интересно, Андрес, мы часто с тобой говорим, что актерское мастерство для хореографов тоже очень важно. Абсолютно, безусловно, ну как же, все прекрасно насчет говорить. Да. Поэтому в час дня в субботу ждем в Академии наткнения на встречу по актерскому мастерству с Вероникой Тыщук. Пока не вижу вопросов. И, может, вы меня отпустите? Да, но мы хотим попросить тебя, Туди, прикинцево слово, як це принято завжди на зустрічах. Хотим, конечно же, тебя поблагодарить, пожелать, чтобы в понедельник все состоялось наилучшим образом, как и все последующие твои проекты, и спасибо большое. Друзья мои, смотри, самый главный момент. Мы давайте не будем опускать руки. Ну, вообще в любой ситуации. Бывает сложно, когда уже все, белый свет не мил. Все плохо уже, все тяжело, все грустно. Вот моя друг хорошая, я провожу еще прямые эфиры, Тина Берадзе, психиатр, психотерапевт. Она мне сказала, ну, плохо тебе, ну, пойди съешь одно вареное яйцо. И вот тебе одно вареное яйцо поднимет настроение. Да, черный шоколад для кого-то. Звонок другу. Порой мы думаем, что то, что мы делаем, оно никому не нужно. Но бывают такие моменты. Не унывайте. Никогда. Всегда есть друзья, кому вы коллеги, с кем вы можете пообщаться, кто вас поддержит. И развиваемся. Да, Танюш, я тоже. Развиваемся. Приглашаем хореографов новых. Приглашаем друзей. Пусть дети видят еще и другой уровень, других людей, кто работает у вас, кто может провести мастер-класс. Никогда не бойтесь, ну, к нашему, там, к взрослому возрасту мы становимся костенелыми и уже не такими эластичными, как дети, да, и мы там и слышим, и начинаем устанавливать свои жесткие правила в зале, поэтому будьте эластичными, познавайте новое, давайте расти вместе с детьми рядом. Андрес, дякую, щирости, яскравости нашему життю. До зустрічі в Академії натхнення в суботу на танцювальному марафоні «Країна танцює» в понеділок. У нас немає запитань, але для Андрес багато подяк, привітань. Раді були нас чути, бачити. Це приємно. Це означає, що ми дійсно робимо важливу справу.
Хоча теж насправді інколи я думаю, ну Боже, ну навіщо? Друзі, дякую, що ви підтримуєте нас, і ми робимо все, щоб підтримати вас. До зустрічі в Академії натхнення.